Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор питательной смеси масел 20 грамм. Питательная смесь из натуральных масел для пересушенных, ставших, требующих дополнительной подпитки истощенных кожи. Состоит смесь из полезнейших масла пшеничных зародышей, а также входит в масляную смесь масла авокадо, которое тоже интенсивно омолаживает и питает кожу, органовое масло и масло косточек винограда. Питательные смеси применения – это питание кожи активами, оздоровление, омоложение, сглаживание морщин, устранение сухости, лечебная косметика. Масляная питательная смесь состоит из масла зародышей пшеницы – это витаминный источник. Витамин Е, отвечая за обновление нормальной деятельности клеток, служит важным компонентом для укрепления стенок клеток и подкожных сосудов. Это масло можно назвать классическим косметикой. Оно и восстановит ругор, и подтянет кожу, и борется с угрями и воспалениями. Может применяться вокруг глаз для интимных зон. Органовое масло в составе натурального комплекса – это компонент, в котором олеиновая и стеариновая кислота. Кислоты обеспечивают сохранение гидробаланса, питают и сохраняют кожу, делая ее эластичной. Органовое масло содержит полифенолы, которые препятствуют окислению и действуют антибактериально. Органовое масло – это защита от фотостарения. Масло авокадо идеально для любой кожи. Его можно наносить под глаза, можно смазывать им потрескавшиеся пятки. Масло авокадо взбодрит уставшую кожу, нормализует выделение себума и работу кожных пор. Предохранит от пересыхания кожи, обогатит витаминами. Масло косточек винограда питает витаминами, такими как А, С, Е и линолевой кислотой. Лечит кожное воспаление, очищает кожу от высыпаний, матирует и улучшает ее цвет. Вот такой удобной бутылочке мы отправляем смесь питательных масел нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!